Привет, на связи Таня Брайт. Это был челлендж «Как сочинить песни с теми словами, которые вы мне написали». И даже не на каждое слово, я решила сделать сразу на все. Картошка, это я, Даша, сердце, класс, школа. Давайте проверим, получится ли. Это я, девочка Даша. И, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто... Подбирай меня у других, осень как будто предлог, чтобы тебе написать, чтобы напомнить про все, чтобы напомнить, что я могу тебе дать вместо заплаканных глаз, не быть причиной для слез. Что я могу тебе дать? Я ведь богат, но не так, как богаты они. Что я могу тебе дать? Вот мое сердце, держи за верность, попробуй купи. Я же поискал тебя, где же мне тебя найти? Ты же привыкла менять чувства на деньги другие. И вдруг все песни о любви стали о тебе, стали о тебе, стали о тебе, наверное. Как тебя забыть, если ты везде, если ты везде? Давай уходи, я говорю прочь, я говорю стой. Ты каждый раз взрываешься и делаешь дестрой. Я говорю прочь из моей головы, ты там уже всю ночь. Ну давай уходи, я говорю прочь, я говорю стой. Ты каждый раз взрываешься и делаешь дестрой. Знаю, любишь, нет во мне терпения. Вспоминаю наше притяжение. Честно, ты и друг твой цифровой испытали в край мое терпение. Ты не слышишь. Подбирай меня у других, осень как будто предлог, чтобы тебе написать, чтобы напомнить про все, чтобы напомнить, что я могу тебе дать вместо заплаканных глаз, не быть причиной для слез. Что я могу тебе дать? Я ведь богат, но не так, как богаты они. Что я могу тебе дать? Вот мое сердце, держи за верность, попробуй купи. Я же поискал тебя, где же мне тебя найти? Ты же привыкла менять чувства на деньги другие. И вдруг все песни о любви стали о тебе, стали о тебе, стали о тебе, наверное. Как тебя забыть, если ты везде, если ты везде? Знаю, любишь, нет во мне терпения. Вспоминаю наше притяжение. Честно, ты и друг твой цифровой испытали в край мое терпение.